Добрый день. Представляем вашему вниманию беспроводные петличные микрофоны SkyDisco MicCam. Микрофоны бывают разных комплектаций, бывают устройства, где в комплект входят два микрофона и передатчик. Бывает, где один микрофон, бывает устройство, где в комплекте три петличных микрофона. Микрофоны имеют кейс-зарядку. Давайте посмотрим, откроем их. Да, еще. Микрофоны бывают с подключением Type-C для устройств Android, Lightning для устройств Apple и Jack 3.5 для видеокамер и фотоаппаратов, которые снимают видео. Устройства простые, не требуют никаких специальных навыков, никаких специальных дополнительных программ. Кейс достаточно маленький. Небольшие размеры, хороший, удобный кейс. Вес кейса приблизительно 50 грамм вот для такого устройства с одним микрофоном. Где больше микрофонов, там, конечно же, кейс будет побольше. Имеется индикация заряда, либо индикация работы устройства. Индикация заряда кейса. Кейс, одной полной зарядки кейса хватит вам на 18 часов работы микрофонов. Каждый микрофон в отдельности заряженный может работать от 4 до 7 часов. Значит, достаем передатчик еще. Передатчик подключается в телефон. Сейчас нету индикации на передатчике, она появляется при включении в устройство, и она показывает синхронизацию с самим микрофоном. Микрофон весит около 3 грамм, сделан из такого же хорошего пластика, имеет алюминиевую защиту звукоснимателя. Звукосниматель записывает звук 360 вокруг, удобная клипса для фиксации на одежде. Конечно же, в кейсе есть магнитик, удерживающий как микрофон, так и передатчик. Если у вас микрофон разрядился, то его можно на 5 минут вставить в кейс, и этого заряда будет хватать приблизительно на час работы, позволит вам закончить ваше интервью. Комплектация устройства MicCam. В комплект входит непосредственно сам кейс, он же зарядное устройство для петличного микрофона, приемник петличного микрофона, провод для зарядки и ветрозащита, которую нужно использовать на улице по желанию. Как происходит работа с устройством при записи? Достанем микрофон, достанем приемник, возьмем ваше мобильное устройство, в данном случае устройство Android, открываем приложение камера, берем приемничек, подключаем. Потребуется переключить микрофоны. Дальше достаточно просто нажать. Обратите внимание, сейчас есть индикация того, что у нас включен микрофон и есть связь с приемником. Нажимаем запись. Сейчас пойдет запись. Сейчас мы запишем все небольшое видео. Для того, чтобы услышать звук на видео, обязательно отключите приемник. Без отключения приемника звука не будет у вас. Вот. Идет без звука. Сейчас мы запишем все небольшое видео. Петличный микрофон имеет удобную клипсу для того, чтобы зафиксировать ее на одежде. Если у вас несколько микрофонов, вы можете с друзьями ехать, например, на велосипедах вместе. Руки будут свободные, камера будет установлена на ваше транспортное средство. Расстояние достаточное, до 30 метров спокойно микрофон записывает звук. Ну, давайте проверим, я просто проедусь и буду говорить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все хорошо записывается.